Развитие системы подготовки кадров – одна из приоритетных задач для экономики Беларуси. Как выработать единую методику преподавания, которая бы сочетала в себе не только интерактив и профориентацию, но и глубокую воспитательную гуманитарную составляющую. Над этим сегодня работают в наших вузах. Однако идти вперед без постоянного изучения накопленного опыта, без знакомства с новыми наработками просто невозможно. Именно этот факт стал основанием для налаживания более тесных взаимоотношений между Брестским государственным техническим университетом и Белорусским национальным техническим университетом. Оба вуза имеют хорошие методики преподавания, сильную материально-техническую базу, а значит, могут работать достаточно успешно вместе. Мы вместе будем сотрудничать с Казанским авиационным университетом. Вот, будет создан Белорусско-Российский институт новых технологий, где мы тоже будем вот вместе работать. Сегодня мы также посетим Брестскую крепость. У нас есть планы создать летом совместный или сервисный, или строительный отряд, вот, чтобы помочь Брестской крепости в реализации их целей и задач. Ну и множество работ, связанных, скажем, с совместной научной работой, с разработкой учебной программной документации, вот, обмен опытом между представителями студенческого самоуправления, ну и целый ряд других мероприятий, которые касаются нашей основной деятельности. Итог трехдневного визита – церемония подписания договора о сотрудничестве между двумя учебными заведениями. Сегодня, к сожалению, это не такой популярный механизм. Однако в этом свои преимущества видят руководители двух вузов. Во-первых, это будет основой для работы над партнерскими программами с университетами зарубежья. Во-вторых, так как университеты готовят специалистов похожих либо смежных профессий, то теперь у студентов появится больше возможностей для обмена опытом и стажировок. Оба технических университета у нас в прямом смысле совпадает направление наших работ. Подготовку кадров мы ведем буквально по схожим специальностям, и нам есть о чем подумать, чтобы объединить наши ресурсы для повышения качества образования. Это мы можем сделать, и эти планы у нас сегодня лягут на бумагу. Мне очень приятно, что мы пришли к той мысли, что нам нужно в год народного единства ближе сделать взаимодействие нашей молодежи. Очень приятно, что вот в эти дни наши ребята приехали в Брестский университет и вместе с ребятами из университета Брестского провели ряд встреч, провели обсуждение вопросов работы молодежного отряда охраны правопорядка, поделились своими впечатлениями по организации работы в студенческих коллективах. Начало диалогу положено. Следующим этапом станет работа над научными конференциями и другими актуальными для технической сферы проектами. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.